Всем привет, друзья! С вами Кус, и это, наконец-то, Грид 2019 года. Нет, нет, нет! Чёрт! Блядь! О, это тебя мне надо уничтожить! Ты чё, охуел, что ли? О, оу! Чё это, блядь, было? Всем привет, друзья! С вами Кус. И это Грид 2019 года. Мы начинаем с вами проходить эту игру. У меня первый запуск. И давай посмотрим, что же нас здесь ждет. Так, 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 я... Что-то развалилось. Сорян. Я слышал, здесь будет очень сильная игра будет похожа на Dirt 2. По крайней мере, боты, говорят, здесь достаточно агрессивные. Они часто ошибаются. Что ж, посмотрим, так ли это, пока мы идем на пятом месте. И резкое торможение, я вообще не знаю, где мы сейчас едем, я пытаюсь как-то ориентироваться по траектории, но чувак впереди меня закрыл, поэтому мне было не видно, что надо тормозить, я затормозил об него. Да, я вижу, смотри-ка, Порш заносит, значит, это прикольно, значит, боты здесь действительно ошибаются, и это хорошо, потому что смотри, как они нестабильно едут, прям как я. Я здесь уже немножко сделал... В смысле это что, конец? А, второй круг. Final lap. Я готов. Тихо. Топ-3 надо приехать. Окей, чувак, мне кажется... О, впереди помятая Феррари. Посмотри, как болтается ее бампер. Я здесь пролезу. Да, черт возьми. Отвали! Надо было красный цвет тебе брать, а не желтый. Черт, я бы хотел сейчас посмотреть назад, но я не помню, на какую кнопку я назначил задний вид. Как она хреново сюда поворачивает, и у меня немножко включена стабильность. Если ты заметил, машину начала заносить, и она такая чик-чик-чик, и выравнивается обратно на дорогу. Если хотите настоящего хардкора... В смысле? А где... А... Это что за прикол? Что за прикол? Они отстали на километр от меня. Да ладно. Ну... Нормально же все было, я обогнал... И они просто куда-то отстали. Возможно, сложность в этой игре мы будем повышать, пока у меня стоит медиум. А, и мы с вами сразу переносимся в NASCAR, и вас может напрягать вот эта мышка. Я не могу ее убрать, потому что на прошлом стриме я разбил свою мышку беспроводную. Поэтому у меня теперь только одна мышка, я ее перетыкаю среди двух компьютеров, так что... Сейчас эта мышка подключена к компьютеру, который берет нагрузку записи на себя. А вот и NASCAR! Воу, я очень надеюсь, что будет так много грязи и месива здесь. Да, черт возьми, ты посмотри. Я надеюсь, в игре будет то же самое. Черт, а мышку-то надо убрать, ладно. Ладно, парни. В следующий раз я это сделаю. В следующий гонку я уберу. Я не знаю, какого хрена она не исчезает. А, 4 это максимум. Нам тут объясняют, как ехать. Да что ты мне объясняешь? Что, я в NASCAR, что ли, не играл? Один разочек играл. Нет, нет, нет! Чёрт! Блядь! Сука! А вот и я хорошо вышел на эту прямую. И да, за счет слепстрима я врываюсь на третье место. Тихо, тихо, тихо. Я не хочу, чтобы опять царапать эти грёбаные стены. Ну, третий уже неплохо, да? Это, я не знаю, какая моя попытка. Это было сложнее, чем обычные кольцевые гонки. Так, здесь кто-то затупил. Смотри, как он медленно едет. Что такое, парень? Почему? Нет слепстрима, что не так? Ой, тут же, глянь, он пристраивается. Пристраивается к нам, в нашу компанию. Ой, нет, внутренний радиус! Дай газку! Ой, фак, а! Ну все, не видать мне первого. А, нет, я первый! Я первый, это значит круговой. Вон круг. Слушай, че вы меня намахиваете? А? Ну, мне кажется, каждый раз перед тем на именно этих тренировочных заездах, я надеюсь, в основных заездах такого не будет, когда мы уже начнем прям играть по-настоящему, а не эти предпоказы, которые сейчас. Мне кажется, когда вы приближаетесь к финишу, ваши соперники просто начинают ехать очень медленно, поэтому и вы начинаете отрываться, но я очень надеюсь, что это только вот в этом, скажем так, предисловии. Да, так, ну-ка. Ебой! Вот так надо завершать в NASCAR. И сейчас
если бы было в реальной жизни продолжение, там просто машина такая... И на глушняк, все, конец. О-о-о, ралли-кросс! А вот это я умею, вот это... Выпускайте Кракена, я сейчас покажу, как это делается. Что-то FPS, правда, маловато. Хотя это кат-сцены. Алло. А, то есть вот так мы начнем. Ну, в принципе, как я на финише, да. Это я перед финишем обычно так делаю. Итого... С 9-го места. Очень стрёмно, что, ты знаешь, в кат-сценах здесь... Какие-то 15 FPS вообще. Это что, Брэнс Хэтч, что ли? Брэнс Хэтч в ралли-кроссе бывает такой, да? Я не знаю, если честно. Так, ну, посмотрим, посмотрим. Как же мне это все подло-то проходить? Так, 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 так. Пока как-то все на одном месте мы топчемся. Но дождь приятный, дождь приятный. Мне нравится. Прям вот, 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 наверное, то, что надо. Не сильно бесячий. О! Оу! Чё это, блядь, было? Блядь, одно могу сказать точно! Боты здесь реально дикие! Они очень сильно порой ошибаются, и этот черт, как же это, блядь, приятно, а? Как же мне надоели вот эти вот все игры, где боты едут по одной и той же траектории, и они практически не ошибаются. Здесь достаточно большое количество участников, и... Я не понимаю, разве можно в дождь... Разве можно в дождь вписываться на такой скорости на Брэнс Хэтче? Нет, физика, ребята, здесь... С физикой здесь что-то не так, потому что такого быть не должно. Я вам скажу, здесь слишком много зацепа, уж тем более в дождь. Нет, это, конечно, все же аркадка. Эта игра осталась аркадкой, но аркадка приятная, да. Так, все, надо атаковать. Пуш, пуш, пуш! Я даже не понимаю, что за машина у этого Дави. Ну, сейчас, как обычно, ближе к финишу он будет тупить. А, у него супарик, кажется. По внутреннему радиусу глотай мою пыль! Ну, ладно, не пыль, а... А что говорить в дождь в таких ситуациях, а? Что говорить в дождь в таких ситуациях, когда ты обгоняешь человека? Ведь глотай мою пыль не скажешь. О, да, узнаю Брэнс Хэтч. Узнаю Брэнс Хэтч, как я очень сильно туплю в этих воротах. И смотри... Он меня не обгоняет, он меня не обгоняет. Как, блядь, посмотреть на... О, вот как посмотреть назад. Я нашел, наконец-то, эту кнопку. Опа-па-па-па! Ну, что-то я даже в занос ее не могу пустить. Такое ощущение, что на этой машине трекшн также включен. Хотя я... Ой, вот это приятно. Какой-то конфетти в невесомости. О, неплохие повреждения, мне нравятся. Ну что ж, я так понимаю, мы прошли это обучение, некоторые моменты, именно превьюшки, какие-то вставочки, я вам не включал в этот ролик, потому что они неинтересные, там просто мужик с бабой разговаривает и какие-то много-много мониторов с разными личными гонками, ну, чуваки, это выглядит реально стрёмно. А мне звонят. Алло? Алло? Блять, ой, три пропущенных. Ой-ой-ой, а мне на работу пора, ладно. Да, снимем этот ролик позже. Ну что ж, после небольшой заминки мы с вами продолжаем. Мы наконец-то прошли это введение, и давай посмотрим карьеру. Вау, здесь у нас очень много всего. Туринг, тюнингованные тачки, GT, Фернандо Алонсо, F1000. Очень много, я не знаю, что выбрать, ну давай... о да, это гребаная классика, ты посмотри, какие здесь тачки. 240Z, S2000, Nissan Skyline старенький, потом здесь есть Nissan 300ZX и Subaru BRZ. Ну все они, конечно, прокачанные, но я, пожалуй, прокачусь на Nissan Skyline, на классике. Тем более, что задний привод, а они здесь все, кстати, заднеприводные. Давай купим 30 тысяч, денежки у нас есть. Ну что ж, мы с вами в Сан-Франциско, и сейчас мы будем кататься, и здесь можно даже проехать квалификационный круг быстренько, но я этого не стал делать, поэтому мы с вами поедем с самой задницы, с хвоста, но так будет даже интереснее. Черт, надо было поменять раскрасочку, там была не только стоковая. Ну что ж, мы погнали, опять дождь.
И вот чем мне нравятся старые машины, здесь отличный... Воу-воу! Пролез, черт! Воу-воу-воу! Вот это вот да! Вот это я поддал газку, Ну я же мог включить фары, он не включает, я не знаю, здесь... Просто очень темно, ни хрена ничего не видно. Спасибо, чувак, благодаря тебе я завернул сюда. Вообще просто кромешная тьма. Я не понимаю, почему здесь нельзя просто одной кнопкой включить эти гребаные фары. И сложность стоит хард. Но едут они как-то очень медленно. Да куда, блядь, что происходит здесь? Я не могу ехать с таким видом, друзья. Мы поедем с вами с видом от третьего лица пока что. Хотя вот как назло. Здесь вот светло. И вот здесь вот как раз таки можно было бы поменять вид. У нас гребаные 4 круга. Очень долго. Так. Окей, мы пока на 7-м месте. Это меня кто-то какая-то падла толкнула. Долой всю эту красоту. Я поставил вид с капота просто, чтобы догнать этих ребят и побороться за первое место. Две Honda S2000 и где-то я должен протиснуться. Конечно же, я буду атаковать внутри. О, да, это стиль Need for Speed Underground. Пошел-ка ты нахер. Смотри, а мне нравится их стиль вождения, такой достаточно агрессивный. Они очень часто поворачивают в вашу сторону, как будто вас тут совсем нет. А вот здесь моя ошибочка. Нет, хрен вы кто пройдете. Здесь была моя ошибочка, но ладно, мы сможем догнать этого паренька. Достаточно резкий поворот направо. Но я к нему готов. Вот он ты, дружок, вот он. И у нас последний круг. Я знаю, где его сделать. Вот здесь, они очень медленные. Давай! Пуш! Пошел, манду, блядь. Так, напарник, давай-ка газуй ты тоже там. Не знаю, я ни хрена не понимаю. Напишите в комментах, что мне делать с этими напарниками. Я могу ему сказать, типа, гони быстрее или замедлись. Я даже не знаю, кто мой напарник, где он находится, как он выглядит. Без понятия. О, как мне нравится давать на ней газу. Ну вот я вырвался на первое место и... Вот так зато мы тут поделаем. Вот так мы будем делать. А что еще делать? Мы, вот смотри, как стоит выехать на первое место, и мы вон как отрываемся. Вот так. Ну что ж, даже как... А, это бонус за VIP. Ну ладно, я думал за стиль. Опять эта мышка. Да ёптать, как мне это задолбало. Ну что ж, у нас второй уровень, и здесь нам предлагают, видимо, выбрать какую-то цель. Я выбираю выиграть гонку, она больше всего приносит денег, и самая сложная, наверное. Оу-оу, сразу вторая, что ли, гонка? Так, не успел я передать... Да, блядь, гребаная мышка! А, я вам ее закрываю все равно. Вам ее не видно, похоже. А, нет, вот она. Гребаная мышка, блин, ребята. Но я не буду сейчас переподключать опять все, чтобы ее убрать. Все, погнали, у нас второй заезд. Надеюсь, в этот раз будет не так темно. Да я не понимаю, она у меня что, тонированная на глушняк? Че так темно в салоне? Чё в салоне так темно? Алло, вот здесь хотя бы явно видно, что свет работает. А, я понял. Освещение. Я просто назначал кнопки, и кнопка освещения — это не ближний дальний свет, это просто поморгать. Блин, ну мне надо как-то прорываться через этот поток. А ну-ка разойдись. Блин, ну как же прекрасно. Subaru BRZ. Возможно, мне ее бы стоило взять. Так. Нормально. Стоят реалистичные повреждения, но при этом я нехило так бьюсь. Слабоумие и отвага! Блин. Попытка номер два! Вот теперь...
В смысле? Я что ли кого-то угробил? Что это было такое за значок? Но явно значок говорил о том, что кто-то умер. Так, ладно. Ой, посмотри с видом от третьего лица, как здесь светло. Она серьезно копченая? Нахрена гоночную тачку мне так затонировали, ребята? Ну нереально же ехать с видом из кокпита, ни хрена не видно. Но я не ожидал, что он так быстро затормозит. Не так я хотел его обогнать. А давай проезжай вперед. Да, блядь, проезжай вперед, говорю. Ну, мандец тебе, сосок. Ох, ебаный салоний, сейчас ты будешь уничтожен. Все. Я понял, что там можно как-то убивать людей, и я сейчас этим займусь. Гонщиков других. Давай, давай, может схлестнемся? Может схлестнемся? А как тебе такое, а? Нюхай мою жопу. Блин, ну извините, это было слишком, да. Согласен. Ну, я хотел его как-то подрезать, но в итоге просто подставил ему свою сраку. Это второй круг только из трех. Да какая скука. О, это тебя мне надо уничтожить. Ты чё, охуел, что ли? Погоди. Это чё, блядь, было? Это чё нахуй было такое? Ты глянь на этого соска. Блядь. Выебываться тут будешь, а? Еще, давай подъезжай. Охереть. Ты понял? Ведь, а что это значит с красными значками? Значит, он меня чем-то не взлюбил, да? Потому что, ну, чувак явно меня раз ударил, два ударил, три ударил. Че он доебался до меня, я не понимаю. Че ему такого сделал? О, что, все? Это наша финишная тройка? Да? И мы победили. Ну что ж, мы сделали этот заезд, впереди нам открыто еще два, но я думаю, под конец нам нужно еще где-то проехать в другом классе, потому что здесь еще два заезда, все те же будут тачки, но дальше я уже по картинкам вижу, что, например, вот здесь Mazda RX-7, здесь Subaru какой-то, который я не мог, мне нельзя было выбирать, здесь у нас опять же Audi, скорее всего это либо TT, либо R8, кажется это TT, то есть здесь уже другие тачки, будет из чего выбрать. Ой, ну я выбрал самые прелестные, наверное, гонки. Давай попробуем, мы будем гонять сейчас на мини-куперах. У нас, скажем так, монокласс. Но я надеюсь, это какой-то заряженный купер. Ой, я очень плохо стартанул. Ой, какие они легенькие. Ты посмотри, он меня еле-еле задел. И меня так сильно прям мотнуло в сторону. Ну, заряженные миники, но я думал, они будут побыстрее. Вот так. Слушай, он что, полноприводный? Потому что я даю немножко газу, и тачка моментально выравнивается. Знаешь, что мне нравится в мини-купере? Обалдеть, мне нравится, что он очень, действительно, очень маленький. Я в каждую лазейку я смог залезть, но тем не менее, у нас пока что всего лишь 11 место, а нам ехать 4 круга, поэтому давай-ка поднажмем. Так. Это тоже место, черт, и это даже тоже место, где я уже катался по городу, поэтому трек я немножко знаю. Ну, хреново, конечно, хреново, что я выбрал то же самое место. Для разнообразия можно было бы выбрать что-то другое, но... О, фак, ну чувак, ну чё ж мне так на вас не везет-то, а? А вот вам, пожалуйста, самая последняя сложность в игре. Я еду на 8 месте и никак не могу приблизиться к 7 позиции даже. Поэтому все же просто на харде, наверное, будем играть. Потому что very hard мне пока, как видишь, не досягаем. Ну что ж, как насчет прокатиться еще одну гоночку в другом классе? Не на мини-куперах, а на чем-то побыстрее. Это группа 2 у нас. И я здесь хочу приобрести себе Nissan 350Z. И я зашел в окрасочки. Здесь можно еще всякие разные обтяжечки применять. Ну, здесь есть стрёмные. А есть что-то прикольное. Например, вот эти вот тюнингованные. Видишь, они здесь полностью меняются. И я выберу что-то яркое. Что-то в таком, знаешь, японском стиле. Ну, наверное, вот это пойдет. Ой. Так, ну что ж, мы с вами начинаем, и у нас старт сходу. Так, все, погнали, 14 место, надо сразу прорваться вперед. Ни хрена себе, Астон Мартин как сильно шатает, вот здесь мы внутри проходим. Ой, на выходе снос! Черт возьми, эту машину очень просто развернуть. Чуть-чуть стоит перегазовать, выкрутить руль.
И все, вы сразу потеряете контроль над этой машиной. Что значит вот этот зелененький? Это мой напарник? Давай защищайся, да, чувак, оттормаживай там всех. Какого Бориса ты там собрался? Что это? Что это значит? Уничтожить кого-то? Или что? Или у меня враг опять появился? Давай теперь гони. Напарник, гони. Пущ, пущ, пущ. Ух, какой интересный Порш. Может быть, и его стоило бы мне выбрать. А, нет, здесь нужна пятая. Черт. А шестая есть? Ох, 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 как это опасно на этих узких улочках. Тормозим. Так, 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 отлично. Четыре круга, да ладно, почему так много? Она же очень длинная, эта трасса. Ой, даже на торможении. Вот он, ух, как он подпрыгнул на этом по ребрике. У меня же руки болят, если честно. Так, борьба, 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 и здесь внутри. Очень странно, знаешь, что мне не нравится? Не нравится то, что у меня стоят полные повреждения, но при этом... Ну, практически во всех играх уже есть давно реалистичные повреждения. Почему здесь их нету, я не знаю. Потому что, ну, мне просто не жалко машину. Я бью ее раз, бью ее два, и это никак не сказывается на управлениях. Вот, 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 так, 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 да. Даже с небольшим дрифтом. С небольшим дрифтом, и кажется, сейчас будет атака опять по внутренней... По внутренней стороне поворота. Чувак, у тебя сейчас бампер может отвалиться. А если мы его подцепим, а? Если мы подцепим этот баннер... Ой, баннер, блин, бампер. В отсечку уперлись мы. И вновь в четвертую передачу. Зачем-то я здесь подключаю, когда я себе говорил, не надо. Оставайся на пятый. В прошлый раз я говорил, и позднее торможение. Ай, иди ты в манду. Все. Выебан, блядь. Я поставил вид от третьего лица, чтобы полюбоваться, как игра, скажем так, выглядит немножко со стороны. И все бы ничего, но вот эти повреждения на черном фоне, эти царапки. Ну, нет, ну есть вмятины, я вижу. Причем, более того, здесь отваливается капот. Да, вот здесь я поместился вновь, наконец-то. Отваливается там капот, они мнутся, это прикольно. Но вот эти царапки, ребята, ну это же, блин, из 2000-х там каких-то годов. Уже в 2015 году, по-моему, никто уже не использует такую модель повреждений. Ну, разве что... Какие-нибудь аркадки типа NFS, совсем уж аркадки. Я понимаю, эта игра тоже аркадная, но... Но эти повреждения мне не нравятся. А-а-а, черт, 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 куда, куда, куда? Нет, нет, хрен тебя, на! Нет, я сижу первый. Облажался на финише. Ой, блин, ужас, что с машиной. Ну что ж, мы с вами вновь победили. Первое место. И это было, наверное, одно из самых веселых гонок, потому что машина была достаточно тяжела в управлении. Ну что ж, под конец я еще пролистал здесь автомобили. Их огромное множество, причем они разнообразные. Есть и какие-то стоковые маслкары, есть и тюнингованные, есть и тачки GT, есть и раллийные автомобили, и даже формула. Так что, я думаю, будем проходить эту игрушку. Я надеюсь, будет интересно. Если хотите узнать мое мнение об этой игре, сегодня я поиграл в нее часика 3, и я хочу вам сказать следующее. Во-первых, самое главное, что мне понравилось, это боты. Боты великолепны, но с небольшим минусом. Великолепны они в том плане, что они борются, они катаются жестко, агрессивно. Каким-то симрейсерам это может быть не понравится, но это все же аркадка, которая направлена на то, чтобы вас развлечь. Поэтому здесь даже есть какие-то ваши враги, что ли, которые специально вас толкают, пытаются сбить, постоянно закрывают калитку, то есть... Получается такая достаточно грязная гонка, но интересная, и самое, что крутое, они очень часто ошибаются, то есть их может развернуть посреди дороги, и ты должен как-то эту ситуацию избежать, как-то объехать его, и это действительно очень круто, но есть и один минус, когда вы вырываетесь на первое место, они начинают дико отставать, не знаю, в чем проблема, они просто не могут вас догнать, и вы просто уже едете такие спокойненько, и все, то есть последнее место на первое пробираться весело, а на первом месте делать уже нечего, ты просто едешь и жрешь, когда же этот заезд закончится. Второе, что порадовало, это также огромный ассортимент автомобилей. А вот что мне не понравилось, так это карьера как-то слишком простенько, просто выбираешь каждый последующий заезд и все. Как-то можно было это сделать немножко поинтереснее.
Но сами заезды прикольные, мне они понравились. И система повреждений. Да, визуальные повреждения вроде классные, но, возможно, я так думаю, что это из-за того, что черная машина была, и на этом, на ее черном фоне вот это, ну, типа она была белой, что ли, ее обтянули пленкой, и вот эти вот сколы, ну, выглядит отвратительно. Хотя местами повреждения достаточно крутые, то есть может отвалиться капот, может там бампер отлететь. Это все круто, но вот эти вот сколы, ну, нахрена они нужны? Ну и еще мне понравились здесь на самом деле повторы. Я, к сожалению, записал только два повтора, потому что вначале их записывать вообще нельзя было. Они вроде бы прикольные, интересные, где-то есть очень клевые ракурсы. Но опять же есть одно но. Они как будто немножко недоделаны, потому что очень часто, слишком часто повторы ракурс меняется. То есть есть прикольный ракурс, бац, он сменяется другим, бац, сменяется еще один. Ну как-то, знаешь, это все происходит слишком резко, как будто какой-то чувачок сидит и постоянно переключает камеры и не может определиться, что ему нравится. Вот это вот как-то странно, хотя порой, особенно когда вы заходите в дрифт на какой-нибудь тюнингованной тачке, я прям видел. Я захожу в дрифт и прям в повторе этот момент с другого ракурса, с прикольного такого, ну блин, классно, конечно. В общем, пока рано судить об этой игре, обзор я бы сделаю, наверное, на нее чуть позже, а пока давайте просто ее попроходим, возможно, стрим я по этой игре также запущу в ближайшие дни. К сожалению, мне не с чем сравнивать, потому что я играл только в Grid Autosport, и то совсем чуть-чуть в старый Grid я не играл, поэтому не могу знать, как там, с чем сравнить. Но пока, скажу честно, игра мне нравится. Она аркадная, но веселая, с нотками симулятора. Что я люблю? Аркада с нотками, маленькими нотками симулятора. На этом у меня все, друзья. С вами был Куст, и вы были на канале Кускус Рейсинг. До новых гонок. Пока.